В Магадане стартовал конкурс «Меценат года». Участие в нем могут принять юридические, а также физические лица из числа тех, кто оказал материальную помощь некоммерческим организациям в реализации общественно значимых программ и проектов, а также принял участие в решении экономических, экологических и других социально значимых проблем города. Конкурс проводится ежегодно с целью активизации благотворительной деятельности на территории муниципального образования город Магадан. Всем известно, что наш город не без добрых людей, а не без людей, которые помогают и муниципальным организациям, и предприятиям, и мэрии города Магадана в проведении различных социально значимых мероприятий. И каждый год мэрия с удовольствием благодарит всех тех, кто оказал ей помощь. В 2020 году будут награждены меценаты, которые оказывали благотворительную поддержку городу Магадану в 2019 году. Заявки на конкурс принимают на основании ходатайства на имя мэра Магадана от предприятий, учреждений и организаций, получивших благотворительную помощь от меценатов. К документу необходимо приложить выписку из протокола общественного собрания, характеристику кандидата, фотографии в электронном виде, отклики, подтверждающие достижения и деятельность кандидата. Заявки принимают с 10 марта по 27 апреля в Управлении по делам молодежи и связям с общественностью мэрии Магадана по адресу улица Горького, 16, кабинет 401.